Соцреализм в Бендерах. В новый туристический маршрут входит мозаика и барельефы. О мозаике мы рассказывали в одном из предыдущих выпусков. Сегодня речь пойдет о знаменитых рельефах нашего города. Их в Бендерах более десятка. Если присмотреться к зданиям прежних лет, то можно заметить, что они зачастую украшены декоративными элементами. Каменные розетки и завитки на фасадах встречаются в историческом центре города. Мемориальные таблички на зданиях часто тоже содержат рельефные изображения. Рельеф – это один из видов скульптуры. И все материалы, применяемые в скульптуре на сегодняшний день, все известные, могут применяться в рельефах. Как правило, рельефы используются в оформлении архитектурных фасадов. Может и работать рельеф как самостоятельное художественное произведение. Горельеф Евгения Вучетича, знаменосцу мира советскому народу слава, считается самым знаменитым образцом высокого соцреалистического искусства. По мнению художников, чем ниже рельеф, тем сложнее его изготовить, соблюдая пропорции. Гипс, камень или металл – можно использовать любой материал. Главное – учитывать погодные условия. В металле можно сделать более тонкие вещи. А если мы возьмем рубленый камень, тоже зависит от камня, то там пластика уже более монументальная, совсем другой скульптурный язык нужно применять. И, соответственно, от этого будет другой образ и другое настроение. А если мы рассматриваем рельефы нашего города, то наиболее, мне кажется, знаковый элемент – это монумент, посвященный трагедии, он у нас называется «Расстрел у Черного забора». Горельеф музея боевой и трудовой славы железнодорожников не входит в туристический маршрут. Наверное, потому что музей-паровоз вместе со стелой и горельефом из металла достоин отдельной экскурсии. Металлический рельеф есть на фасаде здания ЗАГСа. Барельеф-чеканку мы видим на торце здания речного вокзала. Само здание безлюдное, бесхозное, выглядит устрашающе. А солнечная ладья на его стене плывет себе, как ни в чем не бывало, как будто находясь вне времени и пространства. Очень интересное произведение, прекрасный, наверное, образец монументального искусства Советской Молдавии, который заслуживает внимания, и такие работы нужно сохранять и приумножать, на мой взгляд. Следующая точка маршрута – барельеф «Варница». Находится возле здания консервного завода. Слава завода давно ушла в прошлое. Предприятие фактически исчезло, а барельеф как памятник оказался намного долговечнее. Барельеф украшает здание отеля «При тени» на набережной. А вот бывший авторемонтный завод. На двух стенах завода собрано то, чем гордилась советская эпоха. На фасаде – барельеф труженика завода. Его величество – рабочий класс. В годы усиленного развития производства очень ценились рабочие руки и передовая инженерная мысль. На другой стене – карта Советского Союза и повесть в изображениях о том, чем гордится страна – победоносной армией, наукой, интенсивным производством. Этот вид монументальной живописи называется сграфито. Кроме объема используется цвет. Это один из видов монументальной живописи, но он в своей структуре использует рельеф слоев. Вот, отчасти можно его привязать к рельефу, скажем, но это все равно правильно называть монументальной живописью. В технике из графита выполнены панно «Наука. Производственная сила эпохи» в селе Гиска. Это еще одна точка туристического маршрута. Современная сграфита представлена на корпусе здания Высшего художественного колледжа. Это портрет Постойкина и студенческая дипломная работа. Как и любое скульптурное произведение, конечно, требует мастерства, как и любое художественное произведение, сразу от этого нужно отталкиваться, требует мастерства и профессионализма. Это неоспоримый факт, и такими вещами должны заниматься профессионалы. Современный барельеф украшает здание гостиницы в Бендерской крепости. Как самостоятельное произведение, барельеф есть на памятнике миротворцам возле ДК Ткаченко. Рельефы из графита – прежде всего произведения искусства. Они долговечны и несут культурный код времени, в котором выполнены на несколько поколений вперед. Может быть, в будущем и по современным рельефам Бендер пройдет туристический маршрут. Елена Росланова, Валерий Усвайско, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.